Здравствуйте, дорогие наши подписчики и гости нашего канала. Меня зовут Светлана, мы живем в Украине, в городе Харькове. И сегодняшнее видео посвящено потрясающим цветам с невероятно красивым ароматом, невероятно красивым флоксом. Многие планируют высадить в своем саду флоксы, но что является самым большим препятствием для того, чтобы выращивать такие невероятно красивые цветы? Многие флоксы начинают болеть, и низ флоксов становится недекоративным. Так что же нужно сделать, как научиться выращивать такие красивые цветы, чтобы декоративные они были, чтобы здоровый вид у них был, чтобы именно благодаря своему красивому и здоровому виду они могли с достоинством украшать любой цветник нашего сада. С самой ранней весны, как только мы начинаем обрабатывать весь сад против болезней и против вредителей, флоксы я тоже начинаю обрабатывать этими же препаратами. Розы, клематисы, кустарники, гортензии, лилейники, пионы. Все, что находится в цветниках, обрабатываю одинаковыми препаратами. И именно благодаря тому, что я регулярно обрабатываю, в том числе и флоксы в цветниках, всегда флоксы мои здоровые. Нет на них вот здесь внизу засохших листьев, желтых листьев. Практически весь побег у флоксов, а флоксы растут у нас в саду в разных местах, всегда у меня здоровый. Но так было, друзья, конечно же, не всегда. Когда я еще была начинающим садоводом, цветоводом много-много лет назад, определялась теми цветами, которые должны быть в наших цветниках, я все же хотела, чтобы и флоксы тоже были в нашем саду. Невероятно красивый аромат, невероятно красивые, украшают в определенный момент лета все цветники, потрясающе яркие. Но первые годы у меня флоксы очень сильно болели. Вот все побеги были внизу засохшие. И все время стояла у меня дилемма. Может быть, все же убрать их, но настолько мне нравятся эти потрясающие цветы, что я решила изучить очень тщательно проблему эту и все же оставить цветы в цветниках. Так вот, друзья, профилактические обработки – это первое, что идет в череде успеха по выращиванию флокс. Несомненно, важным являются еще и сорт, устойчивый к мучнистой росе. А именно флоксы, особенно в середине лета, в середине июля, начинают болеть мучнистой росой. Когда ночные температуры начинают снижаться, дневная у нас еще 30, а ночная может быть 12-15, именно в этот период флоксы могут и заболеть мучнистой росой. Но, друзья, не в середине лета нужно начинать профилактические обработки, а профилактические обработки я начинаю с начала сезона. И вот уже 5 лет флоксы растут в наших цветниках, не болея. Несмотря на то, что флоксы очень выносливые растения, а их выносливость я проверила на собственном опыте. В тот момент, когда я переобустраивала свои цветники, часть флоксов я вынесла за участок. И за участком у нас совершенно нет никакого полива. Вот если я вспоминаю, что необходимо полить растения за территорией, вот только тогда я выхожу и поливаю. Там растения у меня, знаете, по принципу на выживание. Так вот, там флоксы замечательно растут, ну как замечательно, вот такого пышного, яркого цветения, конечно, у них нет. И поэтому хочу сказать по поводу полива. Они чрезвычайно любят попить. Вот смотрю в тех цветниках, в которых у нас проведен капельный полив,
и полив проходит именно вокруг куста флоксов, вот именно там флоксы имеют потрясающую яркую насыщенную окраску, красивые соцветия, и весь кустик выглядит здоровым. Когда в цветниках у нас не было капельного полива, в самом начале еще, как только я начинала организовывать зеленое пространство нашего сада, я поливала все цветники со шланга. И капли воды попадали на флоксы, сверху на побеги. Естественно, разбрызгивание было холодной водой. Флоксы у меня болели. Но вот после того, как организовала я капельный полив у нас, друзья, идет со скважины. Но, учитывая, что капля идет маленькая, что там даже, ну это скорее не капелька, а у нас такие небольшие струйки, но они настолько микроскопические, что в тот момент, когда водичка из вот этой ленты капельного полива выбрызгивается, под воздействием температуры 35-38 градусов, она уже будет у вас не ниже 17 градусов, будет поливать ваши растения. Поэтому растениям замечательно, растение напоено, растение всегда под собой имеет влажную почву. Кроме того, друзья, у меня в моих цветниках очень плотные посадки. И несмотря на то, что флоксы не любят загущенности, вот везде в литературе пишут, что флоксы не должны быть густо посажены, чтобы у них было проветривание внизу куста. Вот что я увидела уже из своего опыта. Если флоксы регулярно обрабатываются, если флоксы подкормлены правильно, если флоксы напоены правильно, то даже если они растут в загущенных посадках, они не болеют. Вот здесь, друзья, у меня растут поздние цветущие, потрясающие белоснежные флоксы. Вот смотрите, они растут внутри цветника, за елью, за юбкой, между можжевельником Блуару. Внутри проветривания нет, но они совершенно не болеют. Вот если я сейчас попрошу Вадика, он подойдет, вам покажет, чтобы вы увидели, что внизу кусты моих флоксов здоровые. Вот, друзья, посмотрите, внизу все листики, все зеленые. И сейчас я вам расскажу, что вот это вот сверху листиков, что это за такой налет. Голубой налет на листиках. С середины лета я начинаю все цветники, в том числе и флоксы, обрабатывать медсодержащими препаратами. И вот сейчас вы как раз можете увидеть на листьях остатки еще медсодержащего препарата. Каждые 2 недели флоксы я буду проходить вместе с розами, клематисами и другими растениями, которые требуют этого, медсодержащими препаратами. Именно медсодержащие препараты будут сдерживать развитие различных заболеваний, но прежде всего мучнистой росы, которой подвержены именно флоксы. Где высаживать флоксы в цветниках? У нас флоксы растут и на ярком солнце, и в ажурной тени, и даже практически в полутени, ну такой вот сильной полутени. И везде флоксы себя чувствуют замечательно. Самое важное — это все моменты учесть, о которых я сказала. Обработки, питье и питание. По поводу питания. Чем я подкармливаю флоксы? Ранней весной во всех своих цветниках я разбрасываю азотное удобрение. Либо это мочевина, либо это карбамид. В дальнейшем индивидуально флоксы я ничем не подкармливаю. Но, друзья, кто регулярно смотрит наши видео, знает, что вот сзади меня растут хвойные, туи и смарагд. Мы начинали ускорять рост этих хвойных,
я вам говорила схему, представляла схему, по которой я все это делала. Мы и закладывали пролонгированное удобрение под корневую систему, под корни препарат Радифарм. Раз в месяц я проливала Радифармом. А по кроне я раз в две недели проходила антистрессовыми препаратами типа МС-крем, хелат железа, мегафол. Все эти препараты содержат микроэлементы. Это прекрасная подкормка. Так вот, друзья, когда у меня в опрыскивателе оставался раствор вот этих препаратов, МС-крем, мегафол, не хелат железа, именно вот такие препараты, я ими проходила по цветникам, по флоксам, по розам, по гортензиям, ну и другим цветам. Но сейчас разговор у нас о флоксах. Каждые две недели флоксы через листья получали питание. И посмотрите, как они выглядят. Потрясающий куст, огромный. Да, вот мне писали в прошлом году, когда мы как-то попадалось у нас видео, показывали мы эти флоксы, что это старый сорт, самый неприхотливый, самый устойчивый. Ну вот, друзья, я совершенно случайно его приобрела на стихийном рынке. Правда, женщина, которая мне его продавала, она настолько меня убеждала, говорит, возьмите, вы не пожалеете. Такой замечательный сорт, замечательный, красивый. Посмотрите, какая высота, посмотрите, какой объем куста. Замечательный, здоровый, ну потрясающий куст флоксов. И кто, видя вот этот потрясающий куст, может сказать, что он уступает в своем цветении розам или лилиям? Не уступает. Они могут быть хорошими партнерами в цветниках. Вот в этом цветнике у меня в середине пока еще не заполненное пространство. Но уже для того, чтобы создать здесь огромный, потрясающий, красивый букет, здесь подрастают две розы. Роза аспирин, белоснежная, вот уже начинается ее второе цветение. И по центру готовится ко второму цветению роза юбилей принца де Монако. А с правой стороны, вот здесь несколько побегов, здесь у меня самарская лидия, гортензия метельчатая. И вот, друзья, именно партнерами этому потрясающему кусту флоксов я и подсадила вот все остальные растения. Вот представляю, что их единение будет потрясающим. Каждый будет отвечать за свои ароматы, за свою красоту. Но в общем это будет невероятный, такой вот очень интересный букет из потрясающих растений. Одним из центральных мест, в котором в этом букете, будет, конечно же, потрясающий флокс. На зиму я флоксы ничем не мульчирую. Вот поздней осенью могу присыпать золой. И все. Вот между этими двумя кустами, этот уже взрослый, а этот молоденький от этого куста. Видите, вот несколько здесь побегов. Вот между ними рос потрясающий нежный розовый красивый флокс. Но вот каким-то образом после этой зимы он не выжил. До сих пор стоит у меня вот такая опора. Надеялась я все же, что увижу его, что побеги проснутся. Но почему-то так произошло. Друзья, так бывает. Надо быть готовым к тому, что некоторые растения могут не выйти из зимы. Поэтому нужно всегда стараться рассаживать растения. Где-то иметь небольшой садик, в котором у вас будут подрастать растения, ну вот на всякий такой случай. Даже если вы думаете, что все будет благоприятно, что у вас идеальные условия в саду, что зима будет мягкой, все же, друзья, имейте некоторое количество растений, в том числе и флоксов, про запас. Где-нибудь в дальнем уголочке сада, пусть у вас растет кустик флоксов, ваш любимый, чтобы, ну, вдруг случится какая-то такая ситуация, а вы подсадите, и у вас цветник будет заполненным, не будет у вас пустых мест в цветнике.
Вот эти два кустика флоксов я пересаживала этой весной. Пересадку флоксов нужно производить, когда побеги, ну вот максимально 10 сантиметров поднялись. Вот больше 10 сантиметров уже и рискованно пересаживать. Именно ранней весной, если вы хотите увидеть цветение в этом году. Вот я постаралась пересаживать флоксы, высота побегов была сантиметра 4-5. И то, друзья, у меня это были два хороших больших куста, но пересадка все же оказалась стрессом. И вот здесь у меня 5-6 побегов, да, сейчас. Три из которых цветут, четвертый вот готовится к цветению. Кустик еще не мощный, в этом году он только будет наращивать свою силу. И этот тоже кустик еще не мощный, 4 побега здесь есть. Поэтому если вы хотите, чтобы флоксы у вас в этом сезоне цвели, ранней весной, высота 4-5 сантиметров, можете пересадить. Цветение уже будет. Каждый год флоксы будут набирать объем, и с каждым годом кустик будет становиться все больше и больше. Посмотрите, какие потрясающие сочетания могут быть именно с флоксами. Прекрасная эхинацея и флоксы, друзья. Замечательные цветы для цветников. Слушайте свое сердце, не читайте рекомендации тех, кто говорит, что флоксы – это бабушкины цветы, что это уже устарелые цветы для наших садов. Слушайте свое сердце, это потрясающий цветок. И все сады, которые я видела, те, которые восхищают, в каждом из этих садов были флоксы. Это потрясающие цветы. А еще у флоксов есть уникальная особенность. Когда наступают сумерки, цвет флоксы меняют. Вот я какой сейчас цвет показывает камера? Вадик, фуксия, малиновый. Ну, надеемся, да, что вот такой именно какой он есть. А вечером, друзья, цвет становится фиолетово-сиреневым. Это просто потрясающее зрелище. Обязательно обратите свое внимание, если вы организуете цветники, в том числе и на флоксы. Их есть потрясающее разнообразие. Важно только, выбирая флоксы, обращать внимание на устойчивость к всяким заболеваниям. Об этом производители пишут, те, которые выращивают цветы для нас, для любителей красивых цветников. Высадив такое растение, устойчивое, красивое, вы будете долгие-долгие годы любоваться вот таким потрясающим цветением. Еще хочу сказать, что флоксы очень долго цветут. Не все цветы могут похвастаться непрерывным цветением в течение месяца. А флоксы вот при благоприятных условиях, если правильно складывается погода, погода бывает, конечно, нас впечатляет жарой невероятной, но вот флоксы могут цвести в течение месяца. И это тоже потрясающе. Цвести и невероятно пахнуть. У флоксов есть замечательная особенность. Когда вот эти верхние шапки основного цветения отцветут, можно их обрезать. И вот смотрите, уже появляются. Из пазух нижних листиков начнут появляться новые соцветия. Таким образом, мы продлим цветение флоксов еще даже на 2 недели бывает. А в общей сложности розы могут цвести и больше месяца. В прошлом году у нас флоксы цвели 1,5 месяца, это железно. Показала вам сегодня один из моих любимых цветов, флоксов. Рассказала, как за ним ухаживаю. Друзья, надеюсь, что мой рассказ подтолкнет вас для того, чтобы флоксы заняли в вашем саду одно из почетных мест. Вам желаем вдохновения в создании ваших красивых цветников, ваших райских садов. Желаем, чтобы все получалось, чтобы
все цветы и растения в ваших садах были здоровыми. Вам желаем вдохновения в этом. Не забывайте, что у нас есть второй канал, кулинарный. Называется он «Вкусная тема». Заходите на него, ссылочку обязательно оставим в описании под видео. Вкусные, быстрые, красивые рецепты мы готовим, которые любим сами или любят наши друзья. А вам желаем всего самого хорошего. И уже очень скоро увидимся на нашем канале «Сад Света Светланы». Всем пока-пока! Ой, как они пахнут! Это просто блаженство!